Наконец-то мы добрались на выставку. Мы находимся в Германии, город Нюрнберг, где проходит очередная выставка IWA 2018. Там много интересных новинок для охотников. Сейчас мы зайдем и попробуем всех их рассмотреть. Друзья, мы на стенде компании ITN. В этом году компания на выставке IWA представила новую версию прицела X-Sight. Это дальнейшее развитие цифрового прицела день-ночь. У него поменялся форм-фактор. Теперь он устанавливается на 30-е кольца на оружие. Будет выпускаться несколько версий вот этого цифрового прицела с дневным модулем и без дневного модуля. Они будут отличаться стоимостью. Без дневного модуля будет немножко подешевле, но я не знаю, есть ли в нем смысл. Также приборы отличаются в версии размером объектива и, как следствие, кратностью. У меня в руках прибор с кратностью 3:14. Из очень интересного, прибор теперь оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором, которого, по заверениям производителя, хватает на 20 часов работы. Очень хочется и интересно это проверить, так ли это. Но в любом случае это здорово. Раньше прибор нуждался в установке батареек, которой хватало не очень надолго. Теперь же встроенный аккумулятор, про батарейки мы забываем. Что еще? Ударная нагрузка. Прибор спокойно выдерживает нагрузку ударную от 375 калибра, что, конечно же, здорово. У прибора очень удобная клавиши регулировки увеличения цифрового зума. Очень комфортно и аккуратненько можно изменять кратность. Матрица у прицела также более совершенная, более качественное изображение, великолепное. Очень интересно проверить будет прибор в деле. Мы его обязательно протестируем в ближайшее время. Друзья, мы находимся на стенде компании Dedal. Компания показывает много интересной продукции. Я хочу вам рассказать про новинку. Это тепловизионный прицел T2 380 Hunter. Мы его давно знаем и видели. Но теперь компания выпустила версию, оснащенную лазерным дальномером. Дальномер установлен на корпусе прибора. Промер расстояния до цели осуществляется по нажатию на эту клавишу. Информация о расстоянии выводится в окуляр. Это удобно. То есть мы навелись на цель, активировали дальномер и, соответственно, получили дистанцию. В тепловизионном прицеле есть
баллистический калькулятор. Если мы ввели заранее баллистические параметры боеприпаса, понижение на определенной дистанции, то, соответственно, промерив расстояние, прибор может откорректировать нам точку попадания. То есть мы всегда целимся по перекрестью туда, куда мы желаем попасть. Прицел сдвигает сетку автоматически. Это если есть лазерный дальномер на нем. То есть мы проверили, получили дистанцию, сетка сдвинулась, мы навелись на цель, произвели выстрел. То есть отлично. То есть 300, 400, 500 метров средний стрелок в состоянии уже попадать точно, не заботясь о понижении боеприпаса. Это здорово. Прицел интересный. Кстати, он оснащен новой прошивкой. Изображение стало более гладким, менее зернистым. Мне очень нравится. Друзья, мы на стенде Pulsar, давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Интересного здесь очень много, посмотрите, сколько народу. Приветствую, Максим. Добрый день, Дмитрий. Я хочу вам рассказать про новый тепловизионный бинокуляр. Он называется Kalay, это совершенно новый продукт. Он выпускается в двух видах, с дальномером и без. Отличаются версии. Помимо того, что наличием дальномера, это и размером объектива и матрицей. Значит, весь базовый функционал, как у тепловизионного монокуляра Pulsar Helion, но здесь у нас есть два окуляра. Расстояние между окулярами регулируется. На каждый глаз мы можем настроить свою диоптрию. Что касается базового функционала, это встроенный видеорекордер. И приборы между собой отличаются кратностью дистанции обнаружения. В младшей модели дистанция обнаружения 1350 метров, а в старшей 1800. Матрица 384 у младшей модели и 640 у старшей. Объектив 38 у младшей и 50 у старшей. Ранее компания Pulsar не выпускала тепловизионные бинокуляры. До этого мы видели квантумы, хелионы. Это было все монокуляры. Тепловизионный прицел Trail, версия с дальномером, оснащен лазерным дальномером, который замеряет дистанцию до 1000 метров. Информация о дистанции вводится на окуляре прибора. Приложение Stream Vision, которое можно установить на смартфоне, имеет встроенный баллистический калькулятор, с помощью которого можно вычислить поправку. Если мы стреляем на дистанции далее прямого выстрела, например, далее 100 метров, то можно, зная дистанцию до цели, получить информацию, насколько нам нужно скорректировать наш выстрел по сетке.